Привет, друзья! Армия Китая опубликовала проморолик своего основного боевого танка Тип-96А третьего поколения. Танк Тип-96, как и множество других образцов китайской военной техники, ведет свою родословную от советских прототипов. Танк Тип-96 создан в 1997 году на базе советского Т-72. В 2005 году танк модернизирован до версии Тип-96А. Танк имеет комбинированное многослойное бронирование в лобовой проекции и плотную динамическую защиту. Танк оснащен всеми современными системами и оборудованием: тепловизором, лазерным дальномером, быстродействующей противопожарной системой, системой защиты от оружия массового поражения. Основное орудие танка Тип-96А – 125-мм гладкоствольная пушка, копия российской 2А46М. В танке установлен автомат заряжания, схожий с автоматом танка Т-72. Вспомогательное вооружение танка – 12-мм зенитный пулемет W85, испаренный с пушкой 7,62 пулемет. В целом, танк обладает хорошими показателями огневой мощи, подвижности и защищенности. Танк оснащен двигателем мощностью 1000 лошадиных сил и способен развивать скорость по шоссе до 65 км в час и до 40 км по пересеченной местности. Вес танка 42 тонны, экипаж 3 человека. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.